А зараз у нас в студії гість, який, власне, і до міської ради має безпосереднє відношення. Але сьогодні ми будемо розмовляти дещо на іншу тему. У нас в студії співголова Всеукраїнської партії «Наш край», міський голова 13-15 років Юрій Гранатуров. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Добрий вечір. Юрій Ісайович, я пропоную сьогодні поговорити про подію, яка буквально кілька годин тому закінчилась. Це в Миколаєві обрали людину року. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями стосовно цього заходу. Когда-то, 20 лет назад, общественные деятели и вдохновитель этого Валерий Карнаух, известный наш горожанин, влюбленный в город Николаев, человек, вместе с очень достойными людьми придумали вот такой вот общественный рейтинг. Горожанин года и человек года в городе Николаеве. Это в самых различных номинациях: промышленность, строительство, культура, образование, здравоохранение, меценатство и так далее, выбираются путем опроса общественного мнения среди экспертов, причем проводится два опроса общественного мнения, и по итогам только второго опроса общественного мнения, когда остается по три кандидатуры, выбирают по мнению горожан самого достойного, который, хотя нельзя сказать, что кто-то может быть менее достоин, просто более удачлив. Просто более, может быть, да, где-то удачлив, где-то в этом году больше преуспел в какой-то области. И чествуют после всех этих рейтинговых опросов этих людей в нашем главном концертном зале, областном дворце культуры. И вручают им наши, ну я бы так сказал, николаевские «Оскары» за очень большой вклад в развитие общественной жизни, за успехи в соответствующей работе, вклад в развитие города Николаева. И многие годы это длится, уже который городской голова подряд вручает номинацию «Человек года». А в этом году, так же, как и в прошлые годы, он прошел традиционно, торжественно, на высочайшем уровне. Были представители лучших наших коллективов культуры, которые чествовали номинантов, звучали стихи, вручались цветы, были поздравления, и очень много достойных людей сегодня заслуженно вышли на главную сцену города, чтобы получить высшую награду — общественное признание николаевцев. А скажите, пожалуйста, кто выступает экспертами? Кто, собственно, вот дает возможность людям я скажу получить так. Звание? Дело в том, что сначала опрашивают несколько сотен экспертов, которые являются горожанами в самых разных областях. Если это номинация образования, то опрашивают больше представителей образования, тех, кто имеет к этому отношение. Если это номинация здравоохранения, то все-таки больше в этом разбираются представители медицины. Хотя своим вниманием те, кто опрашивает, не обходят и тех людей, которые, собственно, и нуждаются в этой услуге, получают образование, получают медицинскую помощь, являются благодарными слушателями, зрителями или работниками тех или иных предприятий. Но, кроме этого, во второй круг входят эксперты. Это, во-первых, депутаты городского совета, это общественные деятели, это предприниматели, промышленники, руководители, это обычные горожане. Круг экспертов очень широкий, поэтому здесь максимально объективно все проходит. Прошу прощения, ни один руководитель из властных кабинетов не является членом оргкомитета и не имеет к этому никакого отношения. Мало того, в положении о звании «Горожанин года» и «Человек года» записано, что ни мэр города Николаева, ни его заместители либо работники, ни губернатор, ни кто-либо другой не может получать эту награду. Ее получают только те люди, которые не имеют отношения к власти. А бывшие мэры? Такого у нас было один раз, было исключение, правда, это был не бывший мэр, когда Анатолий Алексеевич Олейник уже был смертельно болен за тот огромный вклад, который он внес в дело стабилизации нормальной жизни в городе Николаеве,
к сожалению, уже буквально за пару недель до того момента, как он ушел из жизни, потому что роковая болезнь сломила его, ему была вручена как исключение такая награда, он стал человеком года. Все остальные могут ими становиться, если они уже в этот момент не находятся на должности. Но только за заслуги. В прошлом году, насколько мы знаем, была пауза, и мероприятие не проводилось, и человека года, гражданина года не выбирали. С чем это связано? Дело в том, что была череда определенных событий. Например, в 2013 году уже подготовленная программа, а вручение, вы знаете, проходит уже примерно так в феврале следующего года, были тяжелейшая ситуация, но тогда еще вот не было у нас войны, еще Крым был украинским, еще не было этих трагических событий на Донбассе, и эту программу провели. В 2014 году, по их итогам, в 2015 году, тогда у нас мнения сошлись, и было предложение такое и мое, и всех экспертов, что человеком года не избирали одного человека, а человеком года стала аэромобильная отдельная 79-я бригада. А вот в 2015 году так случилось, что Валерий Карнаух ушел из жизни, как самый главный человек, вдохновитель этой программы. Было некоторое переосмысление, переформатирование, и оргкомитет принял такое решение сделать один год, такой, был выборный год, на переломе истории все, да, было. И для того, чтобы не политизировать эту ситуацию, не привязывать ее к выборным процессам, не драматизировать ее в плане каких-то политических конъюнктур, либо каких-то соревновательных моментов, оргкомитет принял такое решение, ни один из чиновников к этому не имел отношения. Это дело оргкомитета, который состоит из очень достойных людей, которые никакого отношения не имеют к властным структурам. Ну, собственно, в этом году кто стал человеком года? Человеком года в этом году по опросу общественного мнения стал Дмитро Кремень, лауреат Шевченковской премии, наш замечательный николаевский поэт, достойнейший человек, я могу сказать больше, это человек, который, когда я учился в высшем учебном заведении, в институте, и был очень юным, он, и именно он, учил меня украинскому языку и преподавал мне украинскую литературу, и я дуже вдячний своему вчителю Дмитру Кременю за те, що він подарував мені таку можливість читати, писати на цій чудовій українській мові і знати дуже-дуже багато того, що до цього часу я не міг знати. Ну, власне, подякуємо і вам за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. У нас вже готовий матеріал про церемонію «Людина року, городянин року». Я пропоную його подивитися. Після нетривалої перерви Миколаїв знову відзначив «Городян року» та «Людину року». Ювілейна 20-та церемонія нагородження нагадала про давно відомих видатних миколаївців і відкрила нові імена. Крім 10 традиційних вже номінацій, визначали кращих у 5 спеціальних. В тому числі нагородили захисників вітчизни і волонтерів. І, звісно, особлива відзнака – звання «Людина року». Цього разу вона дісталась шанованому майстру слова Дмитрові Дмитровичу Кременю. В такий час, трагічний для України, коли йде війна, коли йде навіть процес самоідентифікації, бути миколаївцем, бути під мофором Святого Миколая подвійно відповідально. Я розумію, є своя, як кажуть, особливість і чари у рейтингових різних проєктів, але саме «Городянин року», «Людина року» Миколаєва, вона стала вже за ці 20 років справді великим визнанням. В номінації «Наука та вища школа» городянином року став ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергій Ришков. У номінації «Середня школа» – вчитель англійської мови Марина Первова. Директор комунального підприємства «Дитяче містечко Казка» Юрій Любаров переміг у номінації «Культура».
Для меня это звание не, я рассматриваю это не как награду, а как аванс. Потому что награды лучше собирать уже после того, как сделал. А мне все-таки хочется еще что-то сделать. Поэтому вот как прекрасный такой аванс, как одобрение того, что я делал, значит, в эту сторону надо работать. У номінації «Мистецтво» перемогли керівники хореографічного ансамблю «Пасадена» Юрій Вдовиченко та Катерина Олексєєва. Серед підприємців кращим визнаний директор підприємства «Укрхарчозбутсировина» Володимир Фалько. А в номінації «Промисловість і транспорт» – голова наглядової ради ТОВ компанії «Український будівельник» Василь Капацина. Для мене це значить признання професіоналізму, патріотизму моєї талантливої команди. Это признание доблести, трудовой доблести николаевских портовиков, доблести трудовой николаевских строителей. В номинации «Охорона здоровья» відзначили эндокринолога Марию Грачеву. У номинации «Физкультура и спорт» – начальника регионального центра «Інваспорт» Тетяну Жуковську. Певна интрига зберігалась в номинации «Засоби массовой информации». Зрештою, там визначили двох переможців. Дякую за оце визнання, адже я дуже добре розумію, що це визнання усього нашого колективу, адже, мабуть, жодна сфера журналістської діяльності не є такою командною, як діяльність тележурналіста. І те, що ви бачите перед собою на екрані, це є труд дуже багатої кількості людей, які забезпечують і картинку, і все, що до цієї картинки додається, звук тощо. І тому я розумію, що ця нагорода – це нагорода, перш за все, нашій команді. А по-друге, хочу сказати, що без вас, без і глядачів, і друзів, і тих, хто нас завжди підтримував, і так, як це робив Юрій Савіч, коли він був мером, напевно, не підтримував ніхто і ніколи нашу телекомпанію, у нас би нічого не вийшло. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви нас дивитесь, дякую, що ми вам потрібні. І ми дуже будемо старатися завжди бути для вас і корисними, і потрібними. Мені випала честь бути першим представителем інтернет-журналістики на цій програмі. І я думаю, що ця награда не лично мені, а, от, собственно, тим інтернет-журналістам, труд яких не менее важен, как труд других журналистов и, собственно, других номинаций. В номинации «Благодійність и социальное партнерство» перемогла директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради и відомий меценат Надія Іванова. Я не знаю, как это объяснить. Ну, просто, наверное, потом так в жизни сложилось. Потому что у меня есть, потому что у меня больше возможностей, потому что я, наверное, сильнее кого-то, больше что-то могу. И я чувствую, что если людям надо, и я могу чем-то помочь, действительно надо, почему бы этого не сделать? И оно как-то, оно само идет. Ну, это не специально, это не запланировано. Это всегда плавно и от души. Телеканал «Миколаїв» запропонує вам повну версію церемонії. Стежте за нашими анонсами. Федір Бондар, Артем Белібов, Олександр Пан, Юрій Руденко. Крапки над «і».